судите праведно, ну, чтобы наши правы были. Если чиновник наворовал хотя бы на то, что можно веревку купить, вот на этой веревке я его и повешу. Он очередного короля, по-моему, датского, спрашивал, сколько он тратит на любовниц. Тот сказал, а вот Петр сказал, а я ни копейки не трачу, все до государства, это правда. Слово «измена» – это главное свойство в нашей истории. Судить будут всех всегда как шпионов и изменников. Это главное. Как воров судить не будут. Рассказывая о прошлом, к большому моему сожалению, я рассказываю о настоящем. И что еще печальней, о будущем.